Перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Чего делаешь? Я чего делаю? Ничего. Прямую трансляцию. Крис, поздоровайся, помахай ручкой и скажи привет, ребята. Пала. Привет, а не пала. Скажи привет. Привет, ребята, с вами опять я. Зависаю здесь, около музея «Родина-мать». Если вам было видно. Здесь с моим другом, с моим маленьким дружком. На фоне танчиков, всяких стрелок. Короче, очень круто. Где танчики уже? Где танчики? Мы же уже фоткались с ними. И вон там сзади нас тоже. Трансляция, говорят, за***ла. Ничего страшного, перезагрузим. Да, Крис? Ага. Гуляем по парку, погода прекрасная. Крис, мы и так в парке? Или ты хочешь вообще в другой парк? Я думал, мы поедем к маме. Или нет? Почему нет? А ты кушать хочешь? Нет. Нет? А я хочу. Можно мне покушать? Можно, спасибо. Так, ребята. Как оно, как дела? Так, я читаю, что там происходит. Так, привет, привет. О, золотые купола там. Блин, солнце светит, очень плохо. Вижу экран телефона. Ну, походу, я все тут заснял, да? Так, дальше. Идем. Идем, гуляем, гуляем. Да, Крис? Ты спишь? А, ты уже закрылся, хорошо. Да. Ты с ребятами, главное, поздоровался, все. Все круто. Привет всем странам СНГ. А вон там как круто. Видите, ребята? Это музей «Родина-мать» в Киеве. Там танки, БТРы, всякие пушки. Очень круто. Могу только посоветовать всем, кто приедет в Киев. Так что... И могу посоветовать еще один ресторанчик классный, если вам нравится домашняя кухня. Пузатая хата. Вообще прикольно. Туда я сейчас и направляюсь. Вот так вот. Кстати, Дима скинул мне сегодня проект для наших хитов. Так что будьте готовы. Будет все очень-очень-очень жестко. О, блин, спать что-то хочу. Вон там танки, ракеты, самолеты. Второй мировой. Я вам тут чуть-чуть экскурсию так устроил. Крис, что ты там говоришь? Ты ничего не говоришь? Что ты там за странные звуки делаешь? Как будто ты рэпер новой школы. Нет? Хорошо. Так, идем дальше. Поднимаемся наверх. Вон. Это, по-моему, даже Киевская лавра. Я сейчас как бы не в курсе. Что ты будешь? Я вижу статуи. Какие статуи ты видишь? Вот такую статую я
Лавина. Нашу статую. А что такое наша статуя? Это пока наша статуя. Ничего. Пойдем сходим вон к другим статуям. Сейчас посмотрим там, да? Дэм-дэм-дэм-дэм-дэм. А туда, походу, нет. Туда, наверное, заходить нельзя. Там или стройка, или что-то такое. Ладно, пошли посмотрим. Может, можно. Гоу с концертом в Казахстан. Вот, наверное, мой единственный и последний концерт будет в Казахстане. О, Крис, я не знаю, мы туда... Давай посмотрим, ладно. Тут какие-то трубы, какой-то забор. А, ну туда люди не ходят, значит, туда нельзя идти, наверное. Ладно, поворачиваем. Поехали тогда, Крис. Поехали, что-нибудь поедим. Ребятки, извините, я ничего не могу читать, потому что солнце светит, и экран очень-очень плохо видно. Так, я постараюсь. Он не хочет показываться. Вообще мы думаем, ну, насчет альбома напечатать пару дисков. Кто хочет диск, получит диск, а так, наверное, думаем. После предзаказа закачаем сами в интернет на все ресурсы, которые есть. Ну, а, кстати, вон тоже там танчики всякие. Всем видно, да? Так. Туре, наверное, Киевская лавра, я как бы не в курсе. Вон там вертолеты. До 3 мая я в Киеве. Так что, может, с кем-нибудь еще успеем словиться. Случайно. Где-нибудь в каком-нибудь торговом центре. Йо, привет, Айспик, я вижу. О, сейчас получше, тенек вроде, или солнце сзади. Сейчас я могу чуть-чуть читать. Так, Крис, держись. Так. Крис, ты такой тяжелый уже. Ладно, ребята, мне сына надо толкать тут в гору. Я, если что, выйду попозже еще. Так что давайте, до встречи.